60 лет назад в этот день была создана Межгосударственная организация африканского единства, поставившая своей целью защиту суверенитета африканских стран и развитие континента. С тех пор 25 мая отмечается всеми странами Африканского союза как День Африки. Эту дату, как повод познакомить сокурсников со своей культурой, два года назад предложили отмечать политеховские студенты из Африки. Их только в Иркутском политехе обучается около 200 человек. День Африки у нас проводится второй год. В университете. Африканских студентов у нас с каждым годом становится все больше и больше. Студенты активные, студенты энергичные, они хотят выплеснуть куда-то свою энергию, показать себя, рассказать другим о своей культуре. Инициаторы читали стихотворения, пели песни, исполняли рэп, хвастались своими костюмами, играли на национальных инструментах и танцевали. Сегодня буду танцевать и еще буду петь нашу культуральную музыку. И сегодня вот все тут будем отмечать с вами. Мы будем вам показать нашу культуру, наш вот это костюм, да, наш костюм. Политеховский актовый зал дружелюбно распахнул двери для всех африканских студентов из Байкальского и медицинского госуниверситетов и, разумеется, из своего Байкальского института БРИКС. Участник, да, много всего. Много. Из разных вообще стран, даже из Индонезии. Даже если это типа День Африки, но все равно там из Индонезии приехали, чтобы участвовать с нами. Такие мероприятия, как считают сами организаторы, помогают не только взаимопроникновению культур, но и могут использоваться в качестве бодрящего душа перед началом летней сессии.